Приветствую вас на канале StarLife TV. В этом видео я расскажу о нереальности мира и жутких планах иллюминатов в новом клипе Filatov & Keras «Мимо меня». 3 февраля 2023 года состоялась премьера клипа дуэта Filatov & Keras на песню «Мимо меня». По словам артистов, ролик снимался 7 месяцев, за время которых им пришлось объехать 9 стран и 18 городов. С первого взгляда новое творение музыкантов очень позитивное. В кадре мелькают красочные пейзажи морских побережий и известные мировые достопримечательности. По факту же весь клип строится на идее о нереальности нашего мира, а на протяжении 3 минут встречается практически вся известная символика. Кроме того, в ролике присутствует намек на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании оно оказалось довольно жутким и, возможно, пророческим. В дуэт Filatov & Keras входят Дмитрий Filatov и Алексей Осокин. Помимо них в проекте участвуют вокалисты, которые часто меняются. Так, новую песню «Мимо меня» исполняет Дарья Победоносцева и парень по имени Евгений. Новое творение Filatov & Keras посвящено быстротечности времени. На первых секундах ролика в кадре появляется женская рука, которая, как на экране смартфона, приближает висящий на стене плакат. Далее мы видим, что девушка встает с постели и выходит на балкон. Съемка ведется от первого лица и напоминает компьютерную игру. На протяжении клипа в кадре периодически появляется рука, захватывающая и бросающая различные предметы. Сходство с компьютерной игрой намекает на теорию о нереальности нашего мира. Согласно ей, все люди погружены в симуляцию, которую воспринимают за настоящий мир. При этом в нем есть игроки, обладающие сознанием, и боты, представляющие собой компьютерный код и несуществующие в реальной жизни. Вышедшая на балкон, девушка погружается в бассейн и выныривает из него у входа в Лувр. В кадре крупным планом показывается вход в главный Парижский музей, представляющий собой пирамиду. Пирамида является одним из главных символов иллюминатов и отражает принцип устройства нашего общества. Далее камера делает акцент на девушке в красном, образ которой дает отсылку к так называемой «Красной королеве», стоящей во главе известного культа. После этого в клипе мелькают панорамные виды Бразилии, которые в итоге оказываются во рту у одного из солистов группы. Этот прием дает отсылку к теории о том, что мир находится не снаружи, а внутри каждого человека и визуализируется сознанием, подобно снам. Сам рот, показанный крупным планом, символизирует врата в ад. Далее мы видим, как женская рука хватает Эйфелеву башню и бросает ее на Красную площадь. Этот момент может быть намеком на события ближайшего будущего, связанные с Москвой и Парижем. Спустя несколько секунд в кадре крупным планом показываются часы. На них установлено время 10 часов 10 минут. Такое расположение стрелок очень часто используют иллюминаты, когда хотят показать, что должно произойти что-то важное. Также это может быть намеком на дату 10 октября. Что интересно, на заднем плане в этот момент можно увидеть главный символ иллюминатов – пирамиду. Спустя какое-то время в клипе на весь экран показывается один глаз – символ всевидящего ока. Его изображение сменяется кадром с мостом, очертания которого также напоминают глаз. Следом мы видим венецианскую маску на черном фоне, дающую отсылку к фильму с широко закрытыми глазами. В нем показывались обряды участников тайных обществ. Далее в клипе крупным планом показывается огромная шахматная доска. Она является одним из главных символов иллюминатов и означает единство добра и зла. Тут же мы видим уже обычную шахматную доску, на которой осталось всего 3 фигуры. Рука главной героини, остающейся за кадром, держит черного короля. Он срубает белого, небрежно отшвыривая его в сторону. Данный момент может символично показывать победу темных сил над светлыми, о которой мечтают иллюминаты. Сразу после этого мы видим настольную игру в футбол. Игроки в ней подвешены на спицы, словно марионетки. Эти кадры символично отражают положение людей, которыми умело управляют незримые кукловоды. Тут же на экране вновь появляются шахматы. На этот раз фигуры стоят на краю бильярдного стола. Шар закатывается в лунку, находящуюся прямо под черным королем, что вновь символично показывает победу темных сил над светлыми. Далее в клипе показывается стол со стоящими на нем песочными часами. Песочные часы символизируют циклическую смену жизни и смерти и краткость земного существования. Женская рука резко раскручивает их, словно нарушая установленные циклы.
Кадр сменяется, и на экране появляется детский аттракцион с изображением черепов и костей. Этот символ является эмблемой старейшего тайного общества студентов Йельского университета, из которого выпустилось множество известных людей. Спустя несколько секунд рука, которая на протяжении всего клипа периодически появлялась в кадре, показывается крупным планом. На ней можно увидеть браслет с надписью «Замедлите время». Это может быть намеком на то, что песню в реверсе нужно слушать на замедленной скорости. Далее в клипе появляются полки с пиццами, что может давать отсылку к Пиццагейт. Следом же мы видим витрину с часами, стрелки большинства из которых установлены на 10 часов 10 минут. В конце ролика, в кадре, мелькают циферблаты часов, многие из которых также показывают именно это время. Одно из самых символичных является концовка ролика. Рука девушки за кадром тянется к статуе Христа, установленной в Бразилии. Она словно обращается к нему за помощью. Однако статуя резко сменяется изображением Кремля, который по факту представляет собой полную противоположность. Все это может символично отражать подмену понятий в современном мире, где зло выдает себя за добро. Помимо всего перечисленного в самом начале клипа, присутствует намек на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. Когда девушка тянет руку к постеру, пленка словно проматывается в обратную сторону. При прослушивании песни Филатов and Keras «Мимо меня в обратную сторону» нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов, а звук немного замедлен. Песня Филатов and Keras «Мимо меня в реверсе» будет загружена на наш телеграм-канал и в группу ВКонтакте. Ссылку вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Пишите в комментариях, что удалось разобрать вам. В тексте реверса говорится о некой разрушительной войне. Под словом «Тай» может подразумеваться Тайвань, которая сейчас находится в состоянии конфликта с Китаем. Возможно, что в ближайшее будущее именно там развернутся не самые приятные события. Упоминается в реверсе и о нереальности нашего мира, что соотносится с видеорядом к песне. Таким образом, клип за яркой и приятной обложкой спрятал в себе множество масонских символов и неоднозначных образов, в которых могут скрываться планы представителей известного культа на ближайшее будущее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.